готовить эту жару. Отечество является одним из важных государственных праздников российского государства. В нем заложен огромный духовный и морально-нравственный потенциал. Память о героических подвигах наших предков и современников. О ратной доблести полководцев, защитников русской земли. Память обо всех воинах, защитивших и отстоявших независимость Родины. День защитника Отечества стал одним из важнейших идеологических и патриотических праздников страны. Его основной целью являлось формирование личности граждан-патриотов, готовых к защите Отечества. Это поистине всенародный праздник. Это праздник всех, для кого защита Родины не только долг, но и жизненное призвание. Всех, кто сейчас несет нелегкую воинскую службу. В России исконно уважают и почитают ратный труд защитника Отечества. Ведь в нем изначально заложена давняя российская традиция, высокий смысл – защищать свое Отечество и его граждан. Любовь к своему Отечеству и гордость за принадлежность к русскому воинству определяют сам дух и человеческий смысл военной службы в России. Этот праздник сыграл важнейшую роль в идейной и морально-психологической подготовке населения, преодолению трудностей и лишений военного времени. Он способствовал росту самосознания и патриотизма народа, становился важным средством мобилизации населения на новые трудовые подвиги и свершения. Для многих поколений граждан страны это поистине всенародный праздник, является ярким символом воинской доблести, преданности Родине и народу, олицетворением силы русского оружия, храбрости, мужества и героизма защитников Отечества. Проявленных в ним битвах и сражениях навсегда вошли в память народные героические подвиги тех, кто грудью стал, защищая от врага наши села и города, кто насмерть стоял за каждую пять родной земли.